Всем привет! Хочу сделать презентацию, значит, обзор вот такого вот блендера. Это я покупала вместе с этим, вот будет видео еще одно, с этим феном. И, значит, тоже не пользовались пока еще. Я решила сегодня сделать обзор. Значит, фирма Moulinex Fakilik. Вот если видно, если там с окна у меня не отсвечивает, видно, не видно, вот Fakilik написано. 400 ватт, две скорости. Значит, тут можно и соки делать, показывает. В общем, сейчас будем разбирать, смотреть. Значит, здесь тоже описание идет на нескольких языках, на русском, на украинском, ну и на других, в общем. Вот. Вот такой вот, такая коробочка. Здесь показано, значит, промывать как. Здесь вот эта чаша. Чаша 2 литра. Так, достаю. У меня тут телефон засигналил. Вот здесь вот пенопласт. Вот чаша, и вот она идет. 2 литра чаша, по-моему, да? 2 литра здесь. Да, вот цифра 2. Так, вот сюда поставлю. Значит, вот идут вот эта инструкция. Вот эти вот гарантийные талоны. Здесь на разных языках тоже. И вот этот сам мотор. Ой. Как мне его достать? Я недавно видела, семья Бровченко купили, значит, канал «Семья Бровченко», купили они профессиональный блендер. Мне очень понравился он, но как бы нам такой профессиональный сильно не приспичило пока. У них семья многодетная. Если кто смотрит их канал, посмотрите, там очень такой классный блендер. Но мы столько не используем, поэтому нам... Хотя я думаю, что и фирма Moulinex неплохая. Вот. Так что сейчас прочитаем, что здесь написано. Так. Инструкция на русском языке. Вот он, блок мотора. А рисунок идет, вот видите, вот здесь идет описание на 45-й странице, а рисунок идет вот здесь, вот, поэтому я буду перелистывать. Значит, сам идет блок мотора, вот он. Значит, переключатель скорости, здесь две скорости, раз, два, вот они. Значит, дальше идет блок ножа, вот она чаша, вот он нож. Нож, вот если будет видно, сейчас покажу как-нибудь. Так, вот это мерный стаканчик. Вот как она открывается. Я не открывала вообще. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, не открывается что-то. В общем, вот будет, если видно, вот он нож. Здесь идет вот как бы 4 таких штучки. То есть в разные стороны и с разным наклоном. И я выбирала, чтобы были ножи получше. А что она не открывается? Хи-хи. Ладно, откроем потом. Все равно буду делать что-то. Значит, дальше идет. Дальше идет, вот она крышка, чаша со шкалой, вот здесь вот указывается с двух сторон, вот эта шкала идет, вот с этой стороны и вот с этой стороны, вот здесь вот литры, вот литр написано и, в общем, идут деления тут.
такие вот. Дальше мерный колпачок, это вот я показывала уже, вот он идет. Измельчитель для зелени, наличие принадлежности зависит от модели. Но здесь тоже вот идет инструкция на две модели. Насколько я понимаю. Так. Прокладочное кольцо. Но здесь нету никакого кольца. Ну вот оно только вот это вот идет кольцо. А отдельно здесь вот как показано в инструкции. Вот здесь вот. Вот они. Вот еще идут кольца. Здесь такого нету отдельно кольца. Вот только вот это вот. И все. И, значит, на вторую, на другую модель блок ножа для специй. Вот он. F. А, нет, это E. Емкость мельницы для... F это емкость мельницы для специй, измельчителя для зелени. Но здесь такого нету. Так, попробуем, как оно работает. Так, вот здесь вот такие вот пазы есть, если видно будет. Вот с этой стороны и вот сзади. Так, как оно будет работать? Вот, там вставила. То есть нужно же попробовать все-таки. Так, включила. Хе-хе. А почему? Что не так? Вот эти вот. Вот эти вот маленькие, вот видите? Выпирают вот эти вот пазы, вот их надо вот так вот раз и вставить. Хе-хе, куда его повернуть-то надо? Так, вот здесь написано открытый замок и закрытый замок. Вот, все, ставила. То есть вот здесь, вот он, должен зеленый замочек такой, видно. Вот, все работает. Все, всем пока. Следующее видео будет смузи. Счастливо. Так.